Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видеоуроке мы рассмотрим с вами блок сцен, а также режим воспроизведения в программе Pogomax Designer. Рассмотрим информацию, которая отображается на панели блока сцен. В левом верхнем углу стоит название проекта. По умолчанию оно отображается как без названия. В правом верхнем углу отображается время проигрывания проекта. Оно складывается из времени проигрывания всех сцен в данном проекте. По умолчанию в новом проекте создается одна сцена с названием «Сцена 1» и время ее проигрывания равно нулю. Чтобы создать новую сцену, необходимо нажать на кнопку «плюс». При этом появляется окно выбора режима новой сцены. Режим «Пустая сцена» создает новую сцену, в которой нет ни областей, ни элементов. Для примера создадим такую сцену. У нас появилась сцена 2. По сути, она ничем не отличается от сцены 1. Они обе являются пустыми. Далее разберем следующий режим создания сцены. Продолжить текущую сцену. Данный режим создает новую сцену, в которой отображаются все области из текущей сцены. То есть, если в сцене 2 будет иметься область 1, в которой вставлена анимация рыб, то в сцене 3 появится та же самая область 1, в которой будет анимация рыб. Для наглядного примера создадим область. И через вкладку «Структура» ставим в область 1 любую анимацию. Теперь создадим новую сцену в режиме «Продолжить текущую сцену». Нажимаем «Ок», и у нас появляется сцена 3, в которой отображается область 1. При этом, если изменить данную область в одной сцене, то в другой сцене данная область претерпит те же самые изменения. То есть, если в сцене 3 мы захотим переместить данную область в другое место на экране, то в сцене 2 эта область переместится в то же самое место, потому что, по сути, это одна и та же область, которая отображается в двух разных сценах. Соответственно, если удалить эту область в одной сцене, то она удалится и в другой. Также, как мы видим, у нас стали активны кнопки переключения между сценами. Двойные стрелочки переводят нас в начало списка сцен и в его конец. Одинарные стрелочки переключаются между сценами последовательно. При этом, если в сцене 2 или сцене 3 создать новую область, то эта область будет отображаться только в той сцене, в которой она была создана. Например, в сцене 3 создадим окружность. И как мы видим, в сцене 2 данной области не существует, потому что она была создана именно в сцене 3. Далее рассмотрим последний режим создания сцен – клонировать текущую сцену. При данном режиме создастся новая сцена, которая будет содержать в себе копии всех элементов текущей сцены. Как мы видим, у нас появилась сцена 4, в которой имеется копия области 1 и копия области 2. Так как они являются отдельными элементами, то при их изменении в сцене 3, соответственно, происходить ничего не будет, так как они являются отдельными элементами. На этом мы рассмотрели все режимы создания сцен. Также, чтобы удалить сцену, необходимо нажать на кнопку «минус».
нас откроется окно выбора удаления сцены. Чтобы удалить текущую сцену, необходимо нажать на кнопку «Да». Как мы видим, сцена 4 исчезла. Осталось всего 3 сцены. Следующая кнопка является «Настройками сцен». В данном окне можно изменить имя сцены и изменить время проигрывания. Часы, минуты, секунды и миллисекунды. Также время проигрывания сцены можно изменять кратно. Как мы видим, время проигрывания стало не 18 секунд, а 36. При этом время проигрывания данного проекта уже составляет 54 секунды, что является суммой времени проигрывания всех сцен в данном проекте. Последняя кнопка является режимом предпросмотра сцены. Перед тем, как рассмотреть данный режим предпросмотра сцены, предварительно необходимо рассмотреть режим воспроизведения в целом. Режим воспроизведения включается на кнопку Play. При этом будет воспроизводиться весь проект. То есть, при нажатии на кнопку Play начнется проигрывание с самой первой сцены к самой последней. То есть, сначала проиграется сцена 1, затем сцена 2 с временем 18 секунд. После этого начнется проигрываться сцена 3 с временем 36 секунд. Далее воспроизведение проекта закончится, и он начнет проигрываться сначала. Теперь режим предпросмотра сцены. Этот режим позволяет перейти в режим воспроизведения только для текущей сцены. То есть, если мы нажмем на кнопку предпросмотра сцены, у нас будет воспроизводиться в данном случае только сцена 3. Чтобы выйти из режима воспроизведения, необходимо нажать на кнопку Escape. На этом данный цикл видеоуроков по программе Pokemax Designer закончен. Спасибо вам за внимание и всего доброго!